Всем привет! Это канал Криптовалюта для чайников, и вы только посмотрите, что творится у нас сегодня на рынке. Я поделюсь сегодня своим мнением, что я думаю по поводу Шибаину и почему я считаю, что это монета Илона Маска. Давайте перед этим пройдемся быстренько по ценам наших любимых формилок. Бисвап у нас стабилен, 0.91. Ждем скоро пампа, надеюсь. Marketplace запускается скоро, через буквально чуть больше недели. Неделя-две. POSI у нас стабилен, это радует, почти 4 доллара уже. Это очень хорошо. Но сегодня говорим мы не об этом, говорим о SHIB. Также я рекомендую посмотреть вот это вот видео. Я не понимаю, почему так мало просмотров. Вы просили рассказать, показать о фьючерсах видео. У нас есть специальные люди, которые будут вас обучать абсолютно бесплатно. Вы посмотрите это видео и подумайте, и хотите ли вы знать такую информацию или нет. Я считаю, что она пригодится в дальнейшем каждому. Так что рекомендую посмотреть. Итак, мы переходим к Шибе Ину. Петиция для листинга в Robinhood достигла 357 тысяч подписей, скоро 500 тысяч. Эта цель будет достигнута, и в этом уже нет никаких сомнений, что Robinhood, биржа, одна из крупнейших бирж, залистит у себя эту монету. Я вам рассказывал в предыдущих видео, почему я так считаю. Сегодня даже не об этом. Появились крупные новости, я считаю, и они показывают, чья это монета. Никто об этом в Ютубе не говорит прямо. Да, они там на хайпе стараются это озвучивать, но они ничем не подтверждают эту информацию. Я все-таки считаю, что Shiba Inu — это монета Илона Маска или очень сильно связана с ним. Он не зря ее пампил, он напрямую этого не делает, потому что ему давно еще SEC говорила, что не делай таких высказываний, это манипуляции рынком. Вот. И он теперь это делает аккуратнее. Он много раз постил свою собаку, которая породы Шибаину. Он ничего просто так в Твиттере не постит. Я считаю, что эта монета его рук дело. А что его выдало? Ну, я уверен более чем, что он таким образом хочет сделать две монеты, Dogecoin и Shiba Inu, чтобы они находились в топе, в первой тройке или в пятерке, и они были массовые, то есть массовое принятие грядет. А по Dogecoin мы видели, что принимают и баскетбольные команды, и магазины, можно рассчитываться практически везде, почти там, не знаю, в Америке очень много компаний принимают Шибаину. Онлайн-площадки, супермаркеты и так далее. Сейчас же новость появилась следующая. Во Франции принимают Шибаину уже в кафе, ресторанах. То есть это очень о многом говорит. Эта монета стала очень массовой, и ее владельцы постоянно увеличиваются. И в связи с этим идет полное принятие этой мем-монеты. Хоть она под собой ничего такого серьезного раньше не имела, но сейчас все резко изменилось. Еще два токена в экосистеме Shiba будет работать. Вот эта информация есть. Это токены Bone и Leash. Они будут торговаться в Британии на криптовалютной бирже. Все это развивается, цепочка прослеживается. Все делают они очень, очень делают разумно и грамотно. Даже несмотря на то, что Илон Маск сказал, что он не владеет монетами Шиба, это полнейшая ерунда, я могу вас заверить. Смотрите, какие новости еще сейчас есть. Петиция в PayPal набрала больше половины подписей. То есть пользователи создали петицию, чтобы PayPal начал принимать Шибу Ину. Эта петиция одна из крупнейших будет на площадке, и они
они будут стоять в стороне, я имею в виду владельцы PayPal, и добавят эту монету. Я в этом не сомневаюсь, это вопрос времени. Это тоже даст рост бурный. Вы только посмотрите, что у нас творится. Ну, это фантастика. 0,408 была цена вот пару секунд, минут назад. Это сумасшедший рост 63%. Если вы вчера инвестировали 1000 долларов, как я это сделал, то сейчас бы у вас было 1600 долларов. Да, есть скачки, там падения и так далее. Если продавать на споте торговать, я, ну, не знаю, не рекомендую это делать. Это очень нужно внимательно делать. Никто, потому что скачки сумасшедшие, вы не будете успевать. Вот. И таким образом, я что думаю следующее. Смотрите, какая новость. Шибаину достиг новых высот не только в цене. Мы рады объявить о новом партнерстве с Nexus Aurora. Эта удивительная команда разрабатывает марсоход для исследования Марса. Что мы знаем, кто исследовать любит Марс? Конечно же, Илон Маск. Это все неспроста делается. Этими двумя монетами будут как-то они будут связаны с запуском и колонизацией Марса. Вот как бы это странно ни звучало, можете записывать, делать скриншоты, так сказать, увидите в дальнейшем, что будет происходить. Они взяли на вооружение человеческую колонизацию Красной планеты, и нам это очень нравится. То есть, если это официальный партнер Nexus Aurora, а Nexus Aurora у нас это сообщество технических экспертов и любителей, работающих над реалистичной трехмерной версией колонизации Марса. Проект обсуждается на Reddit и Discord. В нем принимают участие более 1300 растущих членов сообщества. Цели проекта Nexus Aurora – создать полностью функциональную и разумную, а также реалистичную версию колонии на Марсе. Это будет представлено в виде 3D-модели, а также в мире виртуальной реальности. То есть, эта компания поможет колонизировать Марс Илону Маску. Это мое мнение. Оно может быть непопулярным, но я в этом почему-то уверен, что это две монеты, которые напрямую связаны с Илоном Маском, и они будут развиваться, их будут принимать все больше и больше. Также меньше суток назад еще есть информация, что Shiba Inu добавлено в торговое приложение с аудиторией в 1 миллион человек. Вы понимаете, что это такое? Это потенциальные инвесторы в криптовалюту Shiba Inu. Сумасшедший оборот набрали они, и я думаю, останавливаться они не будут. Да, будут просадки, будьте очень внимательны. Будут обязательно просадки. Ну, смотрите, какой график. Это прям фантастика. Мы становимся наблюдателями и, так сказать, участниками истории, потому что при таком красном рынке, что сейчас происходит? Это очень сильно, очень круто, я считаю, что есть такие проекты, и они радуют нас не так скучно, если бы их не было, потому что, смотрите, ну, неинтересный рынок сейчас. А вот таким вот образом он встает все интереснее. Если вы получили здесь и сейчас ценную информацию, обязательно подпишитесь на наш YouTube канал, посмотрите предыдущее видео. Рекомендую вам все-таки фьючерсы. Ничего сложного нет. Ребята вас обучат, расскажут, как это делается. Вы платите только с прибыли. Еще раз. Тестовый период там абсолютно бесплатный. Вы можете протестировать, посмотреть платформу. Обязательно посмотрите видео. Это никакой не призыв, это для общего ознакомления. Также под видео много будет разной информации. Посмотрите, если вы не знакомы с вот этими двумя проектами, тоже рекомендую обратить на них внимание. Такая вот сегодня информация. Если вы хотите больше информации о Shiba Inu и других крутых, отличных сайтах, проектах, то подписывайтесь на канал, следите. Также у нас есть Telegram и Telegram-чат. Присоединяйтесь, будем общими силами пытаться заработать хорошие деньги и осуществить свои
цели и мечты. Всем желаю только прибыли. Оставайтесь с нами. Всем пока.